Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Что ты делаешь? Изучаю, насколько тут поехавшее пространство. Тогда не смотри вверх. Или вниз. Да я и не собирался. Ты тяжелая. Не придумывай мне тут. Святилище отвергает нас. Для него мы словно вирус. Вот на нас и накинулась антивирусная система. Вообще ни слова не поняла. Да и я в этом не особо разбираюсь. Все благодаря мудрости владыки теней. Только не снова! Прямо как тогда в Академии! Это все усложняет. Похоже, что чем ближе мы оказываемся к центру, тем сильнее поглощается наша магия. Сейчас что-то произошло? Нет. Ничего не было. Да ты прям как горилла с меня обходишься. При виде себя у них прям такие головы с плеч слетают. А получше ничего не придумала. Если бы был бы турнир для горилл, для людей без магии, то победа была бы твоей. Но это хотя бы приятно прозвучало. Узрите! Вот моя истинная сила! Железная плита. Что ж, этим мечом я не управлюсь. Как бы я ни старался, но меч сломается первым. Прошу прощения. Но поискать ключ тебе в голову не приходило? Кстати, а хорошая мысль. Знаете, не уверена, что она и правда работает с тенью. Почему это? Ее стиль ведения боя в корне отличается. Когда я повстречала тень, он использовал сложные техники. Но это? Да здесь техника и не пахнет. Одна лишь необузданная ярость. Не спорю, она сильна. Но разве так вообще можно? Может, от нее просто большего и не требуется? Дельта, уходим. Дельта! Да! Уже бегу! Простите, госпожа! Может, останетесь здесь, принцесса Алексия? Ведь такие мрачные места вам подстать. Чего? И почему это я должна тут оставаться с этим злобным лысым? А вот и он! Прямой потомок героя, который вытянет тот меч! Лысый? Лысый? Может, это один из тех случаев, когда первым на сцену выходит злодей? Да уж, и как же мне тогда поступить? Эй! А мне право голоса не дадут, что ли? Да я же ради тебя это делаю! Мне твоя помощь не нужна! Хватит с меня вашей болтовни! Не надо меня заочно в проигравших записывать! Мне же все-таки обидно.